Я умру в Колизее, ты на крыше сражаешься со мной. Наше будущее, Люкан, это безумие. Монахи Шаолиня, Люкан и Кунлао. Одержимость в будущем не изменит его? Как не изменит? Его и то, что мы смиримся с судьбой со злыми предводителями мира, что-то там. Я не смирился. Но мы не можем изменить будущее, которое мы не понимаем. Рейден будет направлять нас. Можем ли мы доверять ему? Похоже, из-за него нас обоих и убили. Всем привет, меня зовут Влад, мы продолжаем Mortal Kombat 11, третья глава. Пришлось пересматривать заставку, потому что сохранение тут проходит очень люто. Поэтому, скорее всего, нужно будет на новой главе немножко смотреть заставку, а потом сохранение уже на самом бою будет происходить, видимо, как-то так, не знаю. Всех позагасили, смотри. Сейчас будет люто. Столько мастеров Шаолине. Они погибли, защищая нашу священную землю. Воины из преисподней заплатят за это. Что-то прям люто. Кто бы здесь ни был, он знал, как обезвредить ловушки. А ты знаешь, как это сделать? Монахи никогда не обучали меня этому. Скорее всего, ты пропускал занятия. А следи закономерности, выбери подходящий момент. Сейчас скажет, ну нафиг. Так спокойно идет, сейчас смотри. Довольно просто. Что дальше? Все? Ядовитый газ, летающие копья, струи огня. Может, попробуем избежать этого? А че он так ему не помог? Люкан аж порубить могло. Я ничего такого не делал. Это я. Здравствуйте, Скорпион. Здравствуйте. Скорпион. Конечно же, ты пережил слияние времени. Вы не сможете поменять хроники. Она возродит мою семью и мой клан. За кого играем? Давай за Люкана. Если нас не убьет Скорпион, то это сделают ловушки. Найди способ обезвредить их. Посмотрим, чей огонь обжигает сильнее. Так, Фейт. Фейт. Так, что у тебя? Ой, у тебя вообще легенькие штучки, я как понимаю, да? У тебя прям вообще вроде как легенькие все штучки будут. Почему бы, собственно, и нет? Можно, кстати, сразу с велосипедного удара и начать. Ага. А чё, где велосипедный удар? А чё, где он? Почему его нету? Странно, я думал, он его сразу её занял сейчас. Почему я жму и ничего не происходит? Так, окей. Отлично. Так. Воу-воу-воу. А ты неплох. А чё велосипедного удара-то я не могу сделать? Алё. Ты чё, с ума сошёл? У него чё, нет приёмов, что ли? Или мне кажется это? А, вот сейчас нормально было. Ну вот так нормально, кстати. Вот сейчас уже был больше было похоже на правду. Почему ты нажал те кнопки, нифига. Сейчас Fatal Blow, да, залетает мне. А, вот, все, нормально. Окей. Так, окей. Хорош. Воу-воу-воу-воу, товарищ, успокойся. Хорош. Так, мы блок с тобой ставим, нет? Так, блок мы ставим. Хоп, у меня блок есть. Хоп, а у тебя нету его, ха? Понял? Конч. Так, окей. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну это ты жестко. Это ты... Подожди, это ты слишком жестко. Так нельзя. Я тоже так могу. Так, Fatal Blow сейчас будет, надо аккуратно. Так, Fatal Blow мне не надо, подожди. Так.
Не-не-не-не! Блин, он загасит его, да? Глаза вышли наружу. Подожди, можно я тоже успею Fatal Blow сделать, пожалуйста? Спасибо большое. Спасибо большое, Скорпион, что дал возможность такую. Так, окей. Да офигеть, успокойся. Так, тихо. Офигеть, избивает. Так, окей. Хорош. Так, тихо. Отлично. Тихо, парень. Хорош. Блин, Fatal Blow не посмотрел у него. Ладно, но я думаю, в другом раунде гляну. Твой огонь иссяк, Скорпион. Я не могу их обезвредить. Блин, а я вроде нажимал, он только велосипедик смог сделать. Враги один за другим сейчас опять прутся. Смотри, смотри, что происходит. Отравление. Диверсия. Ублюдство. Кто там идет? Ловушка отключилась, но почему? Да ладно. Сейчас жить драться надо будет. Ну, Джейд, конечно, хороша здесь. Наши планы требуют, чтобы вы жили. Джейд? Что с тобой случилось? Безвременная кончина. Как и в вашем случае, из-за некомпетентности Рейдена. Ты не сможешь настроить нас против него. Мы знаем о наших смертях. И мы сами в них виноваты. Вас обманули, Люкан. Правда в том, что Рейден убил вас. Так, ну давай за Кун Лао теперь. Лорд Рейден, может, и ошибается, но он не убивает своих последователей. А разве это не убийство, послать плохо подготовленного воина на смерть? Ошибка Рейдена стоила тебе жизни, Кун Лао. Кун Лао, что у тебя там за приемы? Так, блин. А, это типа с удержанием, да? Телепортация у него еще есть. Но мне кажется, мы ее так и не применим, потому что у нас не получится просто это сделать. Она просто не даст этого сделать. Так, давай. И чё? И где этот шаолиньский где этот шаолиньский его удар? Что-то я не могу понять. Окей, ладно. Вот этот, что ли? Окей. Тихо. Хорош. Так, я схватить могу, чё, нет? Окей. О, сейчас фатал будет. Нет, фатал мне не нужен. Да, блин. Нет. Fatal Blow не стоит. Стерва. Хорош. Вот это я понимаю. Вот это уже круто было. Отлично. Прервал. Все, без Fatal Blow в этот раз нормально. Я бы, конечно, глянул на ее Fatal Blow, ну ладно. Окей, поехали. Воу. Жесть. Тихо, угомнись. Нормас. Блин, классный у него прием вот этот. Где он на резачок накидывает тетку. Окей. Отлично. Так, тихо. Воу, плотно. Плотно заходит. Я бы, конечно, глянул на нее Fatal Blow, но, видимо, она его не успеет опять применить. Или успеет? Нет, видимо, нет. Жалко. Но еще успею, думаю, глянуть на него. Мне больше нравишься настоящая ты. Все было по-другому. В этом бою Скорпион отсосал. Не надо тут. Смотри-ка, с двумя почти справляется. Офигел, что ли?
Так, окей. Ну, Люкан его вынес просто. Мы пошел, поэтому мы по канону. Грот дракона там. Что если следующие призраки, с которыми нам придется сражаться, это мы? Тогда мы сразимся с ними, Кун Лао. Кун Лао, кстати, классные приемы тоже имеет, только почему-то не все срабатывает. Надо на плоечном джойстике играть в эту тему, чтобы все работало. У меня не плоечный и не Xbox-овский, простой. Старшие боги, я пришел со советом. Миры в критическом положении. Опять ты здесь, пиздюк. Но положение тяжелое. Каждое существо будет стерто в Армагеддоне времени. Даже мы. Старшие боги. Ведь наша сила уже угасает. Я буду сражаться, Цитрион. Но как? Ты должен найти крепость Кроники и получить контроль над ее песочными часами. Только тогда ход времени будет восстановлен. Будет исполнено. Расскажи, что гложет тебя, Рейден. После слияния времени я узнал о своем будущем. О том, что мои чемпионы падут. Что я стану тираном. Если Кроника будет повержена, буду ли я обречен на эту мрачную участь? Восстановление времени не предопределит твою судьбу. Только ты сам формируешь ее. Прикольно, классно, мощно, сочно, топово, бомба. Есть хоть какой-то смысл просить тебя положить их на место? Они сказали, что вы придете. Кто сказал? А ты как думаешь, Кун Лао? О, добрый вечер, пацаны. Это люто. Сами же они пришли, получается. Неплохо. Как говорится, напророчили. Добро пожаловать в ваше будущее. Любезно предоставленное Рейденом. Наше будущее может быть трагичное, но это не вина лорда Рейдена. Ваши души исказила скверна Шинока. Шалкан свернул мне шею на арене. Рейден это предвидел и нифига не сделал. Я бы победил Шаукана, но Рейден желал славы. Его молния убила меня. Нет, я не верю в это. Однажды Рейден предаст вас. Тогда вы проверите. Так, ну давай сейчас за Люкана снова. Мы его Фаталблоу так и не видели. Ты извергаешь... Что-то там. Вы напали на лорда Рейдена, и он защищался. Он сделал то, что считал единственным верным для защиты Земного Царства. Защиты? Рейден поработил Земное Царство. Как я мог быть таким слепцом, как ты? Так, как там у него еще велосипедик его делается? Но, блин, они же все равно так не работают, эти штуки у него. Блин, что за бред? Он просто не позволяет этого сделать. Странно. А, ну вот эта штука, кстати, норм. Так, окей, хорошо. Окей. Но пока неплохо выдаем, кстати, мне это нравится. Воу-воу-воу-воу, потише, потише, потише. Потише, парень. Слушай. Ты так и будешь? Ты так и будешь фигней страдать? Ни хрена себе. Так, окей. Нет, 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 попал блоу, не надо. Так, окей. Охренеть. А чё он такой сильный, нифига. Так, окей. Так. Чё-то как-то слабовато, братан. Так, а ты сам так хочешь сделать, Люкан? Почему ты стоишь у меня? Задержка в развитии у него, по-моему. У моего Люкана. Ты чё творишь, алё?
Подожди, 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 ты чё? А чё у него за нон-стоп такой, я не могу понять, это чё за бред? Что это было? Ну меня просто съел. У меня большая часть приемов просто я жму по инструктажу, и оно не работает. Чё за бредятина? Чё за хрень? Подожди. Как он меня загасил сейчас, алё? Как это скипнуть, слейвс? Так, тихо. Чё за херня? Он же... Ну и что? И в чём проблема? Я же так и применял. Чё за фигня? Всё, он сразу, смотри, даёт по щам. А, тут вот так. Задний начинается. Всё, нормально. Вот, всё. Тут начинается задний именно, я понял. Я не так нажимал. Там именно комбинация, ребята. Всё, всё. Научен горьким опытом. Хорош. Тихо. Хорош, вот. Вот сейчас было неплохо. Так, дальше. Хорош. Кстати, вот сосулечка там стоит, ее бы в него кинуть как-нибудь. А давайте попробуем, что нет. Так, сосулечку возьми вот эту, я хочу ее кинуть. Блин, он не дает. Дай сосулечку эту, мужик. Дай ее взять. Она не берется, ну. Да блин. Эх. Ну я пытался. Ладно. Так, сейчас Fatal Blow сразу, ребят. Хорош. Ух, сочно. Так, у него тоже Fatal Blow наполнился. Это неприятно, ребят. Сейчас надо сразу. Блин. Офигеть! Так, тихо. Ты серьезно? Ты серьезно сейчас? Я тебя понял. Какой Люкан сильный, охереть. Так, окей. Вот я так же хотел, у него главное получилось, у меня нет. Гадство. Это гадство, ребята. Так, окей. Отлично. Вот я тоже так хотел, на самом деле. Но почему-то... Как я мог так заблуждаться? Почему-то только у него эта сосулька сработала. Так, сейчас с этими подеремся, ребятами. Или не подеремся? Не подеремся, что ли? Мне кажется, или они могут говорить правду? Побеспокоимся об этом позже. У нас есть проблемы посерьезнее. Почему такое разделение? Я хотел из-за Кун Лао против того посражаться, Кун Лао. Чё за разделение сюжета? Лучше бы за одного играли. Надо было слушать своих призраков. С помощью этой силы Кроника перепишет историю. Ремейк. Так просто? Серьезно? Или у него сейчас голова из-за времени отрастет назад? Прирастет, точнее. Это было изи. А, ну да. Сейчас все вернется как куда надо, я так понимаю. Он уже под действием Кроники этой. Офигеть. Ну, по идее, он и говорить одно и то же должен. Я Герас, фиксированная точка во времени. С каждой смертью и возрождением я становлюсь только сильнее. Пацаны, идите домой. Вы видите, что он делает? Кун Лао. Избранный, извлеки энергию Дзинсей. Ты хорош, но ты не великий, Кун Лао. Так, подожди. Ты знал моего предка? У него был шанс против меня.
У тебя его нет. Так, напоминай, что там у тебя, Кунляо. Так, вниз, вперед, X. Вот это вот вниз плюс B, это как понимать вообще? Ну да ладно, у него есть прикольный... У него есть прикольный... А что у него прикольное есть? Подожди. Ну прием вот этот с иксом должен быть прикольный какой-то. Подожди, это он называет прикольным? Что? А в чем прикол? А вот это прикольно. А, ну вот это, кстати, мне зашло, вот эта штука. Смотри. Так, но по факту он должен сейчас становиться еще сильнее с каждым разом, не? Так, окей. Так, надо взять что-нибудь. Нифига. Так, бери. Сосульку возьми. Так, подожди. Почему он сосульку эту не берет, я не пойму. Давай Fatal Blow глянем. Так, минус голова. И все? Так, надо поскорее с ним разбираться, а то сейчас убьет еще нафиг. А, все, нормально. Кунлао побеждает. И вон, ему надо накидать по голове, как мы делаем, как мы любим. Сейчас. Хоп. Подожди, что? Эй, успокойся. Смотри, не дает. Так, окей. Почему-то я не могу на карте брать предметы. У меня как-то получилось, сейчас я опять не могу, почему-то. Герас. Слушай, подожди, Герас, ты очень жесткий. Угомонись, хорош, одно и то же. Ты чё? Бля, он реально становится сильнее, ты посмотри. Он меня просто съедает. Так, окей, я тебя понял. Ты чё? Герас, ты чё? Окей. Так, давайте еще пробовать. Нифига он лютый. Так, окей. Да успокойся ты. Герыч. Я понимаю, что ты легоч, но хватит. Так. Fatal Blow сейчас будет. Нет, не надо Fatal Blow. Блять. Тихо. Да хватни ты его. Я не могу понять, почему он такой лютый. Это что за бред? А чё он такой сильный-то? А тебя кто так накачал вообще? Герас. Почему не все приемы отрабатываю? Вроде все нажимаю куда надо, и нифига не происходит. Что за бред? Against me. Поехали. Офигеть. Я ему наносил миллион ударов, он один. И отнял эту же жизнь, охереть. Так, ладно, я тебя понял. Капец. Успокойся. Он себе жизнь восстанавливает, или мне сейчас показалось? Мне этого не надо, подожди. Давай обсудим, чувак. Хорош. Вот сейчас, кстати, есть шанс. На первый раунд его насадить, как говорится. Но у него Fatal Blow. Сейчас, если он мне сделает, будет веселуха вообще. Отлично. Красота. Так, поехали. Офигеть. Что это за движения пошли крутые? Так. Так, вот эту возьми, меч этот возьми. Как он, почему не берется? Я ж пытаюсь, алло. А не слишком много ты это юзаешь, парень? Нифига. Ты что, реально, что ли, сильнее становишься?
Офигеть. Что это за титан, я не могу понять. Непобедимое животное какое-то. Да ну ни хрена себе, ты еще и... Ты еще в WWE выступаешь? Офигеть. Я просто не могу его пройти. Да, блин. У меня нормально прыгать не получается, капец. Он не дает этого делать просто. Да почему вот эта вот на карте херня не берется? Я же ее взять хотел сейчас. Бери! Ну чё не берется-то? Очень странно, очень странно. Ты бить его будешь или нет? Ты почему только получаешь? Чё-то он меня с этими молотками достал немного, я не знаю, что с ним делать, подожди. Я третий бой с ним не могу вывести. Почему у Кунлау... Я нажимаю нужные, получается, кнопки, но он не отрабатывает их. Кунлау нужен. За Люкена... А, я Люкена выбрал? А, блин, я Люкена выбрал. Оцениваешь меня? Кроника очень заинтересована в тебе. Вот почему она завербовала твоего собственного призрака. Служи ей и получишь ее благословение. Так, ну давай за него попробуем. Так, ну-ка напомни мне, чё, кто ты там вообще? А, да-да-да-да-да-да-да, вот кто ты у нас, чувак. Неужели дело в Кунлао? За Люкана как-то поплотнее все, смотри, заходит в него. Так, окей. Ну он вообще изёбы за Люкана. Почему-то у Кунлау я нажимаю и не отрабатываются какие-то штуки. Чё за бред? Так, окей. Так, окей. Воу-воу-воу-воу-воу, это люто было. Так, тихо здесь. Во втором раунде он посильнее стал, как я понимаю. Хорош. И все, ребята. И все. Меня уже благословили. Что-то за Кунлау не удается, я не понимаю. Надо тренироваться за него побольше. Вы, монахи Шаолиня, превзошли свою репутацию. Я уважаю ваш дух, но воля Кроники должна быть исполнена. Я, кстати, не смотрю на персонажей, на их Fatal Blow. Не тренируюсь, короче, на простых боях. Я чисто сюжетку вот играю с вами и все. Так будет неинтересно спойлерить себе Fatal Blow там некоторых персов. Я у некоторых знаю, вот, а у мощных крутых, которые с дополнениями в игру вводились, я не знаю Fatal Blow там. Вот, и хочу все вместе с вами на сюжете смотреть. Надеюсь, получится. Опасно оставлять их в живых. Если они умрут, то их призраки тоже перестанут существовать. А они нужны нам для защиты крепости. И снова, Люкан, ты выбрал не ту судьбу. Интересно, они это все слышали? А может и нет. А может и да, а может и нет. Но мне кажется, да. Теперь у меня есть энергия, чтобы придать новую форму пескам времени.
Армия нежити из преисподней защитит крепость, пока я работаю. Шаокан, когда ты предоставишь мне армию внешнего мира? Скоро. Как только Коталь погибнет, она станет моей. А каковы твои успехи, Сектор? Фабрика киборгов Линквей доработана по вашим спецификациям. Производство превышает прогнозы. В смысле, как? Ты же можешь сквозь время смотреть. Посмотри, как. Лорд Рейден, что сказали старшие боги? Мы должны найти Кронику и вырвать контроль над историей из ее рук. Если мы справимся, то наши судьбы могут измениться. Значит, то, что нам сказали, это правда? Вы были причастны к нашей смерти? Да. Если бы продолжилась обычная хронология времени, мои решения привели бы к вашей смерти. Но старшие боги заверили меня, что такое будущее не является неотвратимым. Это лишь один из многих вариантов развития событий. Как с Таносом, ребят. Это слишком, чтобы просто поверить. Можете не сомневаться, Кун Лао. Теперь я знаю, что может произойти. Я не причиню вреда никому из вас. Клянусь. Благодарю вас, лорд Рейден. Мы должны найти крепость Кроники и ударить по ней так быстро и мощно, как только сможем. Иначе все будет потеряно. Что вы узнали о влиянии Кроники на Земное Царство? Мы отслеживаем места, где наблюдаются крупные аномалии времени по всему миру. Картинка все еще такая... Наша малышка — это нечто, не так ли? Кейдж, я не твоя Соня. Извини, слишком легко забыть об этом. В первую очередь, мы сопоставили данные об атаках из преисподней с временным что-то там. Очень хорошо, но есть проблемы посерьезнее, чем преисподняя. Да, знаем. Великий мастер Саб-Зиро сообщает о больших потерях в клане Линквей. Слияние времени воскресило его старого врага Сектора. Сектора? Это тот великий мастер, который много лет назад поработил весь Линквей? Да, это он. Сектор восстанавливает и модернизирует ту же фабрику, которую построил, чтобы превратить Линквей в киборгов-убийц. Несомненно, чтобы строить более мощных киборгов Линквей, Кроника может взять их на вооружение. А что же Саб-Зиро? Уже отправился в ликвидацию фабрики. К нему присоединился великий мастер Хасаши. Великий мастер Хасаши? Ханзо Хасаши? Ханзо Хасаши? Четвертая глава «Огонь и лед», Саб-Зиро и Скорпион. Я думаю, я посмотрю эту заставку до боя, потому что потом опять пересматривать ролики придется, а тут хотя бы это... Сохранение пройдет. Сохранение почему-то с головой не проходит. Когда только бой начнется, тогда оно и проходит. Твой слух ухудшается, Саб-Зиро. Я узнал твои шаги, Ханзо. Где Сектор? Я не позволю ему поставить мой клан под угрозу снова. Старая фабрика киборгов Линквей была закрыта и погребена под этим карьером, до сбоя во времени. Сектор вернулся и восстановил ее. Он создает армию, модифицируя воинов Линквей, похищенных из моего храма. Теперь я понимаю, для чего я тебе нужен. Мы могли бы войти через туннель, но лобовая атака была бы кровавой. Излишне опасной. И есть еще один вход, менее оживленный. И что дальше, по твоему плану? Внутри нам помогут. F, ребята. F, говорю еще раз. За F или пацана? Rest in peace. Дружище, покойся. И тут мясо валяется, да ты посмотри. И опять они вдвоем, да ё-моё, опять выборы эти. Какого фига эти выборы? Я хочу за одного играть, чтобы не выбирать. Там же диалоги, там все разное. Наверное. Но это уже Resident Evil пошел.
Мы отомстим за твой клан. Неплохо. Вот это номер. Неплохие кадры. Это Серекс должен нам помочь. Он был превращен в киборга против своей воли. И если мы отключим ингибиторы поведения, которые его контролируют, он обратится против сектора. Все киборги Линквей связаны с общей сетью. Серекс может заблокировать их изнутри. Кто эта женщина? Я не знаю. Сосредоточься на отключении Серекса. Он ключ к успеху. Нам нужны еще кандидаты для кибернетизации. После того, как вы их получите, сколько потребуется времени на подготовку? Сколько потребуется времени, говорит? У нее все в порядке сейчас будет. Она сейчас оттает, и все будет нормально у нее. О как. О как. Фрост. Я отдал тебе дом. Я был твоим наставником, и после всего этого ты стала на сторону сектора? Он разрушил Линквей. Это ты разрушил наш клан, когда заключил мир с этим мерзким Сирой Рю. С помощью Кроники я восстановлю честь Линквей. Так, ну играем, во-первых, за Саб-Зира. Проследи, чтобы Серекс остался в живых. Нам он нужен. Будущее, в котором ты сможешь возглавить Линквей, исключено. Ты всегда сомневался во мне, Саб-Зира. Сдерживал меня. Кроника видит мой истинный потенциал. Файт! И на этом, ребят, мы закончим. У Саб-Зира там тоже будут всякие, наверное, приколюхи классные. А мы увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Влад. Блин, мне бы, конечно, геймпад покруче, но... Эх, пока на это нет бабок. Всё, пока.